60 проверка связи. 60 вас слышу, хорошо. Слышат, понял. Сто пятьдесят первая проверка связи. 151 слышу хорошо. 151 группе запуск. Запускать 151. 151 понял. 155, 159 запуск. 155 понял. Перезарядка по плану. Прием.
162 выруливаем. 162 рулите. 162, помню. Сто шестьдесят запад. 160 запускай. 161. На взлетную зону. 162. Пятая зона, 3000 на взлетную. 162, понял. Пятая, 3000. Подходит, готов. Помню, что все нет. Сегодня 21 октября, местное время 8:57. Начало полетов на аэродроме Таймыр, вариант плановый ДПМУ, на точку облачность 5 баллов, видимость 3,5. Ветер у земли 90 градусов, 1 метр в секунду. Температура плюс 10 градусов Цельсия, давление 764. Истинный курс взлета и посадки 220 градусов. Запасной аэродром Анапа с аналогичным метеоусловием. Средства связи объективного контроля включены. Проверены на стороне. Руководитель полета пуска сутки пуск. То, что два билет. То, что два билет, взлетайте. То, что два, понял. 151 в группе рулим. 151 в комбите. 151, понял. Сто пятьдесят первый группа на взлетную. 151 на взлетную. Полигон номер один. 151, помню. Ноль. Таймыр. Разрешаю руление на полосу 2-2. Сто два первый, 300. 162 первый. 162, понял. Thank you.
Стабилит на месте. РП группе должен указывать пеленг, когда дает на взлетную по ветру. Ну, да, сам сориентируйся уже. Сто пятьдесят первой группе взлет. 151-й взлет группы. 151-й понял. 151-й вводим. Теперь готов. 151-й понял, пошли. Сто шестьдесят второй, в пятой 3000. 162 задание. 162 понял. Вот 51-я группа, берем 300. 151-й, 1-й. 151-й понял. Сто шестьдесят выруливаю. 160 рубите. 160 понял.
таймер старт, чтобы случилось обломок. Быть не может. Детский городок, средство... Смотрите. Запуск 174, не смейтесь. Что, объясните ваше знание. Сто пятьдесят первой группой ПМ полторы.
151 группой ППМ 1 полтора.
151 ППМ, ППМ-2, группа полторы. Стоп, все понял. Первый проходим с места. Топ 55-й, правый пенник. Где это 17? Стоп, Сережа, понял. Стоп, Сережа, понял. Первую цель вижу. Стоп, все первая группа на первом.
распуск. На первом. На 30. Делаем 4 попытки сброса по готовности. Тот собирает конец. Все первое набавим. Первый на первом. Стоп, Сергей, на боевом. На первом.
151 на третьем. Девять на третьем. 151 на боевом. Стоп, 151 сброс. Девять на боевом. Повторить брос. 151 на первом. Пятьдесят девять на первом. 155 на боевом. 155 сброс. Ну, вроде все в круг попали сейчас. 155. На пол контейнера пойдет. Ну, в круг попал. Сейчас первый на третьем. Сто 59 на третьем. Сейчас первый вижу.
первый на боевом. Стоп, супер разброс. Стоп, все первый на первом. Перед на первом. Если первый на боевом. Вся первая работа закончена, главная выключена. Сто пятьдесят девять на третьем. Сто пятьдесят первая на первом. Сергей по боевом. Стоп, Сергей, брат. Вот и закончил, Влада выключил. Стоп,
Топ-71 сбор на кроме. Топ-69 на первом. Первый курс обратно боевой, скорость 320. 159, понял. 1500. На втором. Переключил на правую. Так, на 2 часа, смотрите, минимум. Подхожу. Подхожу к ППМ 4 второго маршрута. Супер, я перехожу на таймер. Так, 51, перехожу на 17.
тоже понял. Сто пятьдесят первый, ППМ-4, группа 1,5. Ты стоял на месте. Что посидел там, понял.
151 группа и ППМ 5, полтора. Стал 51 КПМ группой полторы, остаток 520. 151 панель, молодец. Восемьдесят.
151 группа индейцев. 51, Камер, повторюсь. 161 группы, а 605. 151, камер. 160, до пару 600. 162. 162. Первая группа 600. 151, на втором 600. 151, там. 159-й левый пилинг. Сколько я понял? 159 левый на месте. 59-го камня. 60 при посадочном, шасси и механизацию выпустил, 600. 160, ударение 11. 160. Данник, посадка готов конвейер. 160, посадка конвейер, видите, за секунду, фут 90. 160, понял.
151 группой на втором 600 распуск. 151 распуск подтвердили? Это первый распуск. 151 помню. Второй. Ведомые после распуска не докладывают второй. Нам распуск дали, значит, второй разрешен и остальное. 161-500. 161-500. Хорошо, второй. Пятьдесят первый на посадочном сейчас организация выпущена. Это первый. Дали ему 10. Бежим. Правит 600. 160 боевой. 5-6. 160 пони. 55, удаление 9. Бежим. 51 данных, 55. 51 посад. Ветер боковой 91 метр в секунду. Стоп, сто пятьдесят девять на посадочном шасси не дался выпустить. 159, удаление 12, прием. 600.
165 посадка. 5.1 метр в секунду, круг 90. Все пять проходов к первому 600. Сто шестьдесят на втором 600. 162. 159, дальний, посадки готов. 159, посадка, ветер метр в секунду, путь 90. 159, понял. 0, заруливайте на стоянку. Контроль механизации. Повтори, понял. Сто пятьдесят пять, первый. Ко второму 600 поедет. На посаду 76 механизации, выпуск 600. 60, удаление 11,5, режим. 160. Топ садил, освободил. У нас 5,1. Боковое 4,5.
160 после дальнего закрепа. 60 посад. 160. Все пять, второй. Кто что на себе боит? У нас тут все живы. Все пять, удаление 11 тысяч. Субтитры сделал DimaTorzok.
Все пять посадок. Понял, 5, у меня только был одна такой моментик. 160, когда я первый отправил на, с проходом, он на первом не доложился. Так, нормально.
Женя, ты ушел на с проходом, побоялся, что в этой полосе Артем стоял? Я, откровенно говоря, сесть на сел бы 100%, но я не был уверен, что такое можно. То есть я же должен убедиться, что полоса свободная, после этого садиться. Поэтому я решил, что сейчас попробовать. Ну, как-то я понимал, что он все протягивает, и специально на дальний пошел. Ну, по идее, как бы на совесть РП, Володя говорил, что если РП позволяет, то вы можете, ну... Ну да, 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 то есть нет, я был уверен, что я сяду, все в порядке. Первый у вас посадки, поэтому мог спокойно приземлиться. Это 20? Только бы ничего страшного там нет, но это было на моей совести, и все, я думаю, не случилось. В принципе, Володя говорит, что так делают. Чтобы далеке город приземлился, можно слиться. Привет. Привет. А может я вроде как на первом доложился? Это когда я с проходом пошел, я тут раз проходил. Да. Там ты не доложился. Я там доложился вместе с Эмилией, потому что ждался даже не эфира. Я на успел на дальше покупки все. Это предыдущий проблем. Это ты уже там верх идет. А до этого я тебя отправлял. У меня когда Саша садился, у меня то ли грудь, то ли что, у меня брат на полосе замер. Я хотел тебя посадить, а он не раз на полосе стоит. И мне то ли он остановился, то ли что, я видел, с коллегами стал прибегать. И я тебя отправил с проходом. Ты не пришел с проходом, и там ты не доложился. А потом, когда ты конвейер, ну, когда второй прошел, ты нормально доложился.